Я предлагаю сделать сиденье из этого меха. Это слишком банально. Это как-то ты... Это слишком банально. Тогда, может, деревянное? Ну что скажешь? Я бы сказала, что это очень просто, но выглядит реально как разделочная доска. Ну реально. Тогда вот такой вариант. Ну тебе точно он понравится. Йога стайл. М? Это же очевидно. Тогда что? Мысль быстро к тебе пришла. Ну так не надо затягивать. Давай, давай, там это надо искусственно. На секунду дольше должно быть. Это было максимально быстро сделано. Потому что я максимально быстро, что виновата в этом? Давай. Или это, типа, я жираф или что? Такое, о, дайте мне недельку. Так и надо, а как ты хотела? Это сценический замысел. Не может мысль про сидение прийти сразу за секунду. Ты подошла и... Некоторые идеи мне так и приходят. И что здесь такого? Ну, не здесь. Здесь сразу понятно, что мы тут снимаем заранее заготовленный материал. Давай. Так, так оно и есть. Вообще-то идею про траву я рожала несколько месяцев, так-то на секундочку. Ладно, погнали. Ну так ты месяцев рожала, давай, и ты мне сейчас показываешь за одну секунду. Давай включим таймлапс, и я до тут до марта простою. Как раз разблокирует Facebook. Чтоб было реалити. Ладно, давай. Они как раз таки меня вполне устраивают. Ну, мне так показалось, я не знаю. Там везде лицо какое-то неудачное. Да. В ветреную погоду такие чухи лучше не делаться. Мягко говоря. Так. Но у меня микрофона нет, это нормально, да? Почему? Есть у тебя микрофон? Да? А какие вообще, в принципе, могли быть эти у нас стулья? Ну, по идее.
у нас они могли быть какими угодно. Нет, ну вот если покупать, допустим, ну вот в магазин приехать, вот какие можно было купить? Ну чего-то. Я понимаю, что получается, ну, такое себе удовольствие. Получается, как стулья, если бы мы их купили. Понимаешь? Это надо в процессе все делать. То есть нам надо приучить себя в процессе снимать, а не пост. Знаешь, мы уже стулья эти сделали, и такие едем. Слушай, какие могли бы быть эти стулья, когда мы их уже сделали? Они могли бы быть, ну, как... из красных цепей, залитые искусственной травой, например. Слушай, ну, знаешь, в процессе, вот как в процессе? Ну, хорошо, давай в процессе подумаем, как можно было бы это снять? Я даже не знаю. Только это уже нереально. Как ты, ну, можешь, конечно, теперь уже нереально. Как ты можешь словить эту птицу за хвост, когда она 2 года назад улетела? Ну, не знаю я тогда. Не надо ничего выдумывать. Надо сказать открыто, что мы на самом деле... уже после того, как практически закончили проект, приняли решение, ну, как бы больше показывать наших диалогов, какой-то нашей жизни. Нам это дается тяжело. Нам это дается тяжело. Открываться знакомым людям сложно, а на большую аудиторию это вообще, я не знаю, это надо быть, ну, это надо иметь какой-то талант, дар, смелость, я не знаю. Да мне кажется, это вообще невозможно. Не, ну, как-то же делают это... Ну, может, у них дар на этом. Так я про это и говорю. А мы такие... А нам сейчас вот это вот играть, вот это, типа, что, зачем это делать? Нет, ну, не играть, ну... Зачем, ну, говорить? Мне нужно смонтировать фильм нормально, чтобы было что-то вставить. Я вот себе в голове придумал, ну, про стулья, что мы, типа, поедем сейчас, посмотрим, какие бы мы стулья могли купить. Любые стулья сегодня, слава богу... Большой выбор, на любой вкус и цвет можно найти стулья. Даже стулья, которые у нас есть, спокойно могли бы вписаться в этот, как его, в интерьер кухни. Но так как... Пластмассовые, что ли? Да, почему нет? Они удобные, классные. Но они удобные, ну как они вписались бы? Да легко. Там... У нас там есть серый, голубой, красный стул. Мы же не делаем это там за кадром, да, мы делаем из этого проект. Соответственно, нам надо делать какие-то уникальные стулья, ровно как и светильники в том числе. То есть максимально выжимать авторского контента. Да и дело в том, что мне хотелось бы показать людям, ну, какие стулья вот у нас в магазине, мы ходим, выбираем. Вот, например, людям в Америке интересно же посмотреть, какие стулья в России в магазине продаются. Вот мы и едем. Слушай, ну такие же. Везде одни и те же модели слизанные, плюс-минус. Ключ не в этом заключается. А в чем? В том, чтобы сделать эти стулья, чтобы таких не было никогда и нигде. Чтобы поддержать идею интерьера, вырви глаз, как мы любим, понимаешь? А простыми покупными стульями, лаконичными, там, стильными, мы бы запороли эту идею, понимаешь, китча. Мы бы предали самих себя, если бы мы купили нормальные, минималистичные, стильные стулья. Это были бы не мы. Ну, это, знаешь, это так, по легкому пути пойти. Можно было бы стулья купить, можно было бы светильники купить, и остров можно было бы купить, и обои можно было бы поклеить, и ламинат положить вместо этой плитки. И было бы быстрее. Только это никому не интересно. Ну, ладно. Не ругайся. Я не ругаюсь. Ты же красивая, прекрасная женщина. Посмотри, какие кудри у тебя красивые. Я прям обожаю эти кудри. А ты не хочешь их носить. Ну, прекрасные же кудри. Ай. Что ай? У тебя взгляд, ну, мне не нравится, что ты так реагируешь на себя. С такими кудрями красивыми, такая реакция. Какой самоварчик прекрасный. Где? Вот. Ага. Вот прекрасные стулья, абсолютно прекрасные. А вон, смотри, вообще просто супер. Вот этот? Вот этот, да, класс, прям супер, потрясающие стулья. Ты не гонишь? Нет, очень круто, очень круто. Это не шутка? Да все классные, вообще все.
Не, ну вот этот классный, мне нравится. Нет, он прям такой, прям павлиний. Ну, если бы мы не делали, я бы такие бы взяла. Классно, очень здорово. А вот из таких вариантов? Не мой стиль. Там заняты люди. Что, не подошло бы даже вот такое? Ну, ты шутишь, что ли? Даже вполне себе черно-белый вариант можно было бы скомпоновать. Допустим, взять два беленьких, два черненьких. Очень даже. Какие артишоки потрясающие. Вот артишоки хочу. Супер. И блюда это прекрасно вообще. Слушай, вот такие зеленые тоже ничего, да? Ну, нет. Вот эти нет? Ну, для меня они очень простые. Может, эти синие тогда уже. Они... Эти поинтереснее? Ну, они подошли бы под цвет этой плитки с друзой. А это нет, это очень... Это, ну, конкретно не под этот интерьер. Стулья классные, но мне бы они не подошли. Очень классный вообще такой гарнитурчик. А доска сиденья такое же, как разделочная доска, как и на тех. Конкретно в этом исполнении, там же ж не цепи. Очень красиво смотрится в этом белом варианте, в плане геометрии линии, никаких лишних там нету изгибов. И вот это вот разделение, оттенок дерева и белого цвета, очень мне понравилось. Ладно. Смотрится очень интересно.
пошли туда, пройдем. Вот тебе прям буквально иллюстрация фразы «Дело в деталях». Готовые изделия. И в каждом нашем изделии, казалось бы, комод, ручки. Ну, ручки, ну что такое ручки? И ты начинаешь вот эту мелкую деталь искать. И ты реально понимаешь, что если ты сейчас что-нибудь не то выберешь, то все, все изделие, весь концепт, он уходит, можно сказать, в мусорное ведро. Здесь такая же история. Вот эту плашку, казалось бы, ну закрой ты ее тканью, какую-нибудь велюровую подобрать, там бархатную, мех, там еще что-то. Нет, понимаешь? Слушай, а нет. Может цепь залить как-то, вот нет. Цепочкой, нет? Нет, 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 нет. Все нет. Вот тебе маленькая деталь. О, кожа. Ну, кстати, вот, может, какие оттенки. Зеленый очень классный. Да? Ну, он подходит. Ну вот, а что ты? Я не знаю, как это объяснить. Объясняй, я как-нибудь пойму, наверное. Уж столько лет-то я понимаю, что ты хочешь мне передать. Мне нужно из этой кожи сделать объемную историю. Ну вот как будто бы ты вот намочил тряпку. Так. И вот ее сжамкал. И она должна быть такая вся в извилинах, как в мозговых. Может, не так сильно там, понимаешь? Как это сделать? Ну, кстати, можно пропитать эпоксидкой. Почему? Она в цвет к траве подходит, к столу подходит. Легко, я тебе сжатую сделаю, без проблем. Может, мы просто друг друга не очень понимаем? Сейчас. Ну, как извилины? Извилины как в мозгу извилины? Ну, не так сильно, а вот как... Или как сжатая ткань, что как тебе? Мята, как вот скомканная. Ну, легко. А как она, чтобы она твердой была? Да это я сделаю. То есть мне нужно примерно вот это вот, только в твердом Покажи. Варианте, зафиксированном. То есть это чтобы это было как гипс. Надо сейчас уложить как-то ровно, чтобы она не помялась, а то будет как из...
Тогда я тоже буду ходить. Чего буду? Может, нет, ну я сейчас сяду. Я ходить не буду, я сейчас сяду. В чем смысл? Что надо донести людям? Ты хочешь чего в этой жизни? Смысл в концовке. Я хотел тебе сказать, чтобы мы сначала сели такие, типа, перед камерой в стулья, чтобы посмотреть, как они смотрятся. Ну, мы сели. Дальше что? Ты начинаешь это выпендриваться. Я не выпендриваюсь, я хочу, чтобы ты сжечь начала. Как ребенок, которого позвали стишок рассказать, понимаешь? Перед гостями. Мама позвала. Вот так ты себя ведешь. И мне смешно на это смотреть. Ну тогда начинай, давай. Друзья, мы надеемся, что вам понравилась наша идея и конечный результат. И даже если не понравилось, конструктивной критике мы будем очень рады. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мы напомним, что эти стулья идут к нашему основному большому проекту. Мы делаем ремонт в нашей кухне. И уже скоро в следующих видео вы увидите этот законченный проект. Надеемся вас удивить своим выбором, как всегда. Подписывайтесь на наш канал, и мы всегда благодарим вас за то, что вы у нас есть. У меня такое ощущение, что у меня в позвоночнике швабра. Все классно. Давай глянем. Ну, швабра, потому что спинка такая удобная. Ну, так... Слушай, я никогда сидя не говорила, и вообще какая-то... Нет, ты сказала, все нормально. Можно отсмотреть? Я хотел, чтобы ты посидела со мной рядом. Чтобы ты что-нибудь мне сказала хорошее, например. Ну, точно не сломается стул. Ну, слушай, нормально. Что?